курс на повышение. В Госдуму внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. Ставки снизят. Сбербанк готов пересмотреть тарифы на торговый эквайринг для субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепетова. В Госдуму внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. Он коснется около 1 миллиона работников, из них 87% заняты в государственных и муниципальных учреждениях и 13% в негосударственном секторе экономики. МРОТ будет увеличен на 21%. Соответствующее поручение было дано председателем правительства Дмитрием Медведевым на форуме «Эффективная социальная политика. Новые решения». С принятием законопроекта новый минимальный размер оплаты труда составит с 1 июля 2016 года 7,5 тысяч рублей. Повышение минимального размера оплаты труда на 21% – это серьезное решение по поддержке граждан с низкими доходами в текущей экономической ситуации. В бюджетной сфере на таких низкооплачиваемых должностях, как правило, работают женщины. Это младший обслуживающий персонал в учреждениях образования, гардеробщики, вахтеры, билетеры, повара в детских садах, другие категории работников. Много мы говорили о том, что сегодня, к сожалению, минимальный размер оплаты труда намного ниже, чем прожиточный минимум. В принципе, это неправильно. Тут два момента. Или это какие-то схеры, схемы есть, или действительно мы подталкиваем народ к такому нищенству. И это абсолютно неправильно. Это второе повышение уровня оплаты труда в текущем году. С 1 января 2016 года уровень МРОТа был повышен на 4% и в настоящее время составляет 6204 рубля. Помимо этого, запланировано дальнейшее поэтапное повышение минимального размера оплаты труда в 2017-2018 годах до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сбербанк готов пересмотреть тарифы на торговый эквайринг для субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Речь идет о снижении комиссионных сборов за прием безналичной оплаты с карты. Определенные договоренности по этому вопросу уже достигнуты. Об этом сообщил управляющий архангельского отделения ПАО «Сбербанк» Игорь Залукаев. Снизить сборы за прием безналичной оплаты с карты и аренду торгового оборудования. Такие обращения неоднократно поступали в адрес Сбербанка от субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Совместными усилиями администрации Ненецкого округа и финансовой структуры в рамках проекта «Безналичный округ» удалось снизить тарифы на торговый эквайринг для потребкооперации. Сегодня аналогичная работа ведется и в отношении других сельских бизнесменов. Мы пришли к соглашению с губернатором о том, что мы будем устанавливать тарифы индивидуально по каждой торговой точке с минимальной нашей рентабельностью. Поэтому будем рассматривать все индивидуально. Пересмотр тарифов и снижение их до минимально возможных будет происходить в том числе при увеличении оборотов на селе, отметил Игорь Залукаев. Это станет возможным, когда большая часть торговых расчетов с покупателями будет происходить посредством банковских карт. Для этого в регионе с 2015 года реализуется проект «Безналичный округ», который предполагает в том числе подключение к зарплатным проектам. Также управляющий архангельского отделения Сбербанка отметил, что ведется работа по снижению тарифов за перечисление социальных выплат жителям региона. Расходы по этой статье несет отделение социальной защиты населения. Уменьшение ставок позволит снизить нагрузку на бюджет региона. У нас всего 4 выплаты, по которым существуют тарифы за зачисление денежных средств. Все зависит от технологии. Если это технология зачисления, когда нам предоставятся электронные реестры, то это действительно тариф будет снижаться. И на сегодня у нас достигнута договоренность о снижении. Ну, понятно, что не до нуля, тариф по зачислению. По словам руководителя архангельского отделения банка, к лету 2016 года планируется установить еще 9 терминалов оплаты товаров и услуг в потребительских обществах на территории округа. Кроме того, есть договоренность об установке 5 терминалов для покупки авиабилетов в крупных сельских поселениях. В итоге количество торговых терминалов на селе увеличится до 65. Кроме того, в беседе с журналистами Игорь Залукаев сообщил, что в апреле после небольшого ремонта откроется филиал, расположенный в Качгарте. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север». Главы поселений перенимают лучшие муниципальные практики. В рамках трехдневного семинара руководители муниципалитетов познакомились с жизнью телепесочного сельсовета. 14 населенных пунктов за 2 недели. В Нарьян-Мар из рабочей поездки по западной части Ненецкого округа вернулась делегация Заполярного района.
14 населенных пунктов за две недели. На Ринмар из рабочей поездки по западной части Ненецкого округа вернулась делегация Заполярного района. На встрече с жителями поселений глава района Алексей Михеев представил отчет о деятельности Совета, администрации и контрольно-счетной палаты муниципального образования. Об итогах поездки представители районной администрации рассказали журналистам в ходе пресс-конференции. Нет, именно не полный, я заплачу как положено. Очередь за свежим молоком дома у Александра Латышева выстраивается каждый день. 100 литров свежего молока, которые дают 3 коровы в сутки, раскупаются мгновенно. Цена по сельским меркам совсем не кусачая – 60 рублей за литр. Небывалый ажиотаж в жизни Александра появился, когда он решился на собственное дело. Начинающий фермер уже имел корову и бычка. На средства окружного гранта в 500 тысяч рублей купил 3 дойных коров и построил хозяйственные помещения. Выполняя социальную функцию обеспечения населения свежим молоком, фермер получает субсидии в целях частичного возмещения затрат. За каждый литр молока, реализованный не дороже 60 рублей, фермер получает 100 рублей. При дальнейшей поддержке со стороны округа планируют расширять хозяйство. Коров мы привезли с Вельска. С Вельска мы везли до Мизени на машине. С Мизинем и наводным транспортом. Одна корова у меня отелилась в начале октября. Ждем приплода еще от других. У меня еще, кроме закупочных на грант, есть еще одна корова и один бык. К сельскому фермеру теперь ходят как в музей. Александр принимает всех, рассказывает, делится опытом. Побывала у него и делегация Заполярного района. Это представители совета и администрации района. Поэтому такой очень интересный опыт. И есть, я знаю, что и там желающие в том же Андиге было озвучено главой в свое время. Планирует кто-то завести корову, может быть, две. Поэтому будем ждать. Не так много на сегодня у нас там какого-то вот активности такой большой именно в частном предпринимательстве. А наша задача поддерживать этих начинателей, да, оказывать им всяческую помощь, которая в наших силах. Группа из 11 человек побывала в НИСИ в рамках ежегодной отчетной поездки по окружным селам. В этом году она уже 9-я по счету. Делегация проделала путь от Наринмара до Шойны и посетила 14 населенных пунктов. В каждом из них прошла встреча с местными жителями, в ходе которой глава района рассказал о работе совета и администрации в 2015 году. Жители, в свою очередь, делились проблемами. Например, мужчины деревни Волонга говорили о том, что сегодня нельзя просто так ловить и продавать рыбу. Необходимо оформить ИП, получить разрешение и лицензию. По мнению Алексея Михеева, все эти сложности могут оправдаться спросом на рыбу. Сегодня в каждом крупном населенном пункте есть школа, детский сад и интернат, который необходимо снабжать продуктами. Надо как раз и поставить задачу обеспечить их. Картошка, молоко, рыба, та же куропатка. В некоторых муниципалитетах есть, ну опять же, да, со слов глав, те, кто оформился уже частным предпринимателем. Знаешь, что в Индиге такой есть человек. Ну, вот его задача дальше как бы развить свое производство. Да? В первую очередь, это, конечно, рыбодобыча. Второй этап – все-таки попытаться хотя бы минимальную переработку какую-то организовывать. Интересовали людей и вопросы духовные. На них отвечал отец Антоний. Из 14 населенных пунктов храмы есть только в Неси, Нижней Пёше и Индиге. В остальных деревнях стоят часовни, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Работают они только по воскресеньям и без священника. Священника нет, тяжело, да. В ситуации кадровой, нехватки кадров на Ринмарской епархии, да, к сожалению, так получается, что далеко не везде есть священник. Вот. Но я призывал людей молиться лично, чтобы были личные усилия, чтобы вот эту духовную жизнь поддерживалась хотя бы собственными, да, вот какой-то мотивацией. После делового общения жителей сел поздравляли с юбилеем. Концертную программу к десятилетию Заполярного района подготовили самодеятельные артисты. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, телеканал «Север». Лучшие муниципальные практики. Главы окружных поселений познакомились с жизнью телевисочного сельсовета. Поездка состоялась в рамках семинара глав муниципальных образований. Телевиска признана активно развивающимся поселком. Наряду с государственными бюджетными учреждениями активно работают и частные. Развивается сельскохозяйственный сектор, причем подсобные хозяйства ведут жители, оформившиеся как крестьянско-фермерские хозяйства. К сдаче в следующем году готовится новая школа. Завершается строительство еще одного многоквартирного жилого дома.
Александр Чурсанов, глава телевисочного сельсовета, показывает главам муниципалитетов новый 24-квартирный дом. Он был сдан летом 2015 года. В доме 3 однокомнатные и 21 двухкомнатная квартира. Часть квартир для очередников по соцнайму. Есть 2 квартиры служебные. Вот, в основном живет молодежь в этом доме. Есть кое-какие конструктивные недостатки. На сегодняшний день были выявлены там протечки крыши в некоторых местах. Ну, сейчас разбирается, жестянщик должен приехать с Наринмарстроя. Вот, дом очень теплый на сегодняшний день. Он очень теплый, зимой был теплый. То есть, все форточки открыты, жарко. Да, и трубы перекрывают люди. Вот. Еще один конструктивный недостаток – это слышимость в этом доме. Несмотря на ряд недочетов в доме, новоселы постройкой довольны. Хорошая планировка, просторные комнаты и шикарный вид из окна. На такие квартиры согласились даже многодетные семьи, несмотря на то, что по закону им положены как минимум 3-комнатные квартиры. С нетерпением ждут жители села и окончания строительства 12-квартирного дома. Сейчас в очереди на получение жилья стоят 26 семей. Жилых площадей в селе недостаточно, а между тем в поселке есть строения, дорогостоящие площади, в которых попросту пустуют. Здание амбулатории, построенное в 2012 году, отвечает всем нормам и требованиям, но вот только используется всего лишь наполовину. В здании большое количество подсобных помещений и санузлов. Из 10 туалетов медицинским персоналом и пациентами используются только 3, а ежемесячный платеж за коммунальные услуги составляет примерно 180 тысяч. Радует то, что кроме процедурного и перевязочного кабинета, лаборатории, кабинета фельдшера, аптечного пункта, уже несколько месяцев работает стоматологический кабинет. Есть стоматологический кабинет, пока в этом году уже 2 месяца с лишним отработала, да, доктор Алена Александровна. Люди очень рады, что никуда не надо выезжать, все на месте, бесплатно. Бесплатные услуги социального характера, касаемые выплат, оформления земельных участков, регистрации крестьянско-фермерских хозяйств и другие, телевещане с 2014 года получают в многофункциональном центре. Только в марте этого года центром было оказано более 110 услуг. Хоть и город близко, но теперь очень удобно. Людям не надо ходить в город. Мы можем заказывать здесь справочки на получение услуг. Очень удобно. А какие самые востребованные услуги? Ну, самые востребованные по соцзащите. Это значит получение детских пособий. Потом, значит, субсидия населения. Это очень каждый месяц практически. Также регистрация по месту жительства, по месту прописки. Сейчас было изменение адреса регистрации по Телевске, по Макарова. Это практически все село надо было Телевска и Макарова провести перерегистрацию. В месяц это выходило 60 услуг. Успешно развивается старинное село и благодаря окружным грантам, которые выделяет округ. Только в прошлом году телевисочный сельсовет смог выиграть 10 миллионов рублей на благоустройство своей территории. Были проведены работы по строительству брусчатки, так скажем. Это вместо старых мостовых закуплен дюралайт панно. Это на линии электропередач для иллюминации, для праздничной. Закуплены были, так скажем, контейнеры для сбора ламп люминесцентных, батареек. Кроме этого, детская спортивная площадка универсальная. Кроме спортивной площадки, уже в следующем году всех детей села Тельвиска ожидает еще один подарок – большая школа. Основной объект, который мы ждем, это, конечно же, новая школа, которая будет в августе 2017 года должна быть сдана в эксплуатацию. Вот, школа на 100 мест, школа хорошая, кирпичная, красивая. Вот. А дети у нас, ну, некоторые говорят, что небольшая ли школа, я думаю, что нет, школа совсем небольшая, то есть сейчас у нас 82 ребенка в школе, 38 детей в детском саду и 27 в очереди стоит. Кроме этого, все-таки если к нам сюда построят дорогу, мы сегодня видим, что очень много молодых семей строят индивидуальные жилые дома. Стоимость двухэтажного здания общей площадью более 3600 квадратных метров составила более 270 миллионов рублей. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В помощь бизнесменам региона. На сайте Фонда поддержки предпринимательства запущен онлайн-калькулятор для расчета кредитов.
Проверка эффективности мер поддержки бизнеса. С этой целью представители власти округа посещают региональных бизнесменов, которые воспользовались средствами гранта, предоставляемого из казны региона. В ходе визита выясняется, на что именно потрачены средства, выделенные на поддержку бизнеса, и каких высот планируют достичь предприниматели. Ранее представители власти посетили крестьянско-фермерские хозяйства, салон красоты, школу танцев и другие объекты. Сегодня отправились к интернет-провайдеру. В 2015 году компания VipLine, которая оказывает услуги интернет-провайдера в окружной столице, оформила договор лизинга на 1,5 миллиона рублей для приобретения оборудования. Более 300 тысяч были возмещены из региональной казны. Строительство дело не дешевое. Но у нас, конечно, мы сейчас вот по лизингу взяли, у нас есть как бы чем строиться на данный момент. То есть мы и уже сейчас согласовали еще определенные участки, куда нам там пройти. Соответственно, мы сейчас будем активно строиться, то есть будем расширяться. Согласно законодательству, частичное возмещение затрат можно получить на модернизацию оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и материалов в сфере народных промыслов, подготовку и повышение квалификации кадров. Для нас хорошо то, что, оказывая помощь, мы все-таки даем каким-то образом бизнесу, так сказать, выстоять в условиях, я считаю, жестокой конкуренции, вот особенно в данном случае. Предприниматели Ненецкого округа могут подобрать приемлемые условия микрозайма на специальном онлайн-сервисе. На сайте Фонда поддержки предпринимательства запущен онлайн-калькулятор для расчета кредитов. Инструмент поможет потенциальному получателю микрозайма, не выходя из дома, определить объем возможного кредита, покажет проценты за пользование микрозаймом, а также рассчитает график платежей по месяцам. Для предпринимателей региона предусмотрено 6 видов микрозаймов в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей со ставками от 5,5% до 10% годовых на срок от 3 до 36 месяцев. Микрофинансовые займы рассчитаны как для начинающих, так и для действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Процедура выдачи займа значительно проще и быстрее, чем при получении кредита в банке. Заемщиками могут быть только предприниматели, зарегистрированные на территории Ненецкого округа, не имеющие задолженности по уплате налогов и другим обязательствам. Решение о выдаче микрозайма и его объеме будет приниматься специально созданной комиссией. В настоящее время к специалистам фонда уже поступил ряд заявок от предпринимателей округа на получение микрозайма. Все необходимые документы для оформления заявки можно посмотреть на сайте fond83.ru. Объем финансирования мероприятий по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году предусмотрен в размере 6 миллионов рублей. На этом у меня все. Далее прогноз погоды.